никуда не летим, пока задержка рейса. А помните, я такая, конечно, жизнь удивительна, помните? И я такая, все еду, такая классно, думаю, сейчас зайду, там, випчик, значит, посижу, зайду в самолет, там, значит, буду снимать красивые сторис, короче, приезжаю. Оказывается, нет у меня никакого випа, значит, просто не заказан, понимаете, организаторы и директора. Плюс у меня, сейчас скажу, там, миллиард, короче, миллиард. Уже захожу, думаю, ну, пойду, ну, что там, господи, быстренько пройти. Я, значит, захожу такая, и такое количество людей сейчас в аэропорту, просто что даже негде сесть, понимаете, даже в кафе негде сесть. А я как полный идиот в ярком, невероятном алом костюме с сумкой, значит, тут у меня Живанши, тут у меня сумка Dior, и я стою, и мне даже негде сесть. Но я нашла местечко, видите, я сижу здесь и жду наш задержанный самолет. Вот, смотрите, кто у нас тут есть. Вот такой вот пассажир, красивый такой. Наш. Хорошо, что у меня есть мои парни-музыканты, которые самые вообще крутые в мире. И Стасян нашел, короче, местечко в международных отлетах, так как мало здесь людей. Вот там, где... Вот там много людей, а тут мало. Смотрите, здесь такие красивые окна и много свободных. Так что вот вам лайфхаки. На самом деле, по сравнению с тем, что происходит сейчас с нашими ребятами в Бали, которые решили поехать, то тут, конечно, цветочки еще. Или волноваться, что я простужусь, а за матик не волнуйся. Вот, я постелила, видишь, тут две куртки. У меня тут тепленько уже, скоро уже гнездо начну видеть тут. Вот что происходит в Домодедово, люди сидят просто на полу, потому что реально негде сидеть, что? Пацаны добыли мне место в бизнес. В бизнес-зале. Что вообще? 2020-й, серьезно? Попасть в бизнес-зал нужно оставить огромную очередь. Вот в тот бизнес-зал отсидеть и только после... Кажется, я просто... Людям настолько негде сидеть, что люди сидят на ступеньках, понимаете? Блин, как можно такое допустить вообще? Я начала обживаться в аэропорту. У меня здесь винишко, оливье и вот там... Пельмени. Нас только что пригласили пройти к выходу. Дадут прохладительные напитки. Ура!